Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов, описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Пряха. Герард Тербург-младший. 1652 год. Дерево масла 33/28. На стиль одного из главных жанристов Нидерландов, Герарда Терборха, решающее влияние оказали его предшественники, мастера национальной голландской школы Питер Коде и Вилем Дуистер. Живописец создавал множество жанровых полотен, где центральное место отведено людям, занятым каким-либо делом. Терборх предпочитал темный фон и эффекты контраста, основанного на освещенности фигуры. Пряха, женщина средних лет, изображена в традиционной одежде и с принятой тогда прической. Она вся погружена в работу. Художник не дает каких-либо психологических характеристик этого человека. Героиня для него лишь тип, расхожий образ женщины, судьба которой занятие домом, бытом и ремеслами. На коленях у нее собачка. Это и милая деталь будничной жизни и символ верности. Колорит, как было свойственно голландским мастерам 17 века, сдержанный. Терборх много работает коричневым цветом. Светлая опушка одежды и лицо пряхи служат композиционными акцентами. Вот такое описание к работе пряха. Автор Герард Тербург-младший, 1652 год. Дерево, масло. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.